Теперь на вопросы жителей Чувашии о том, как провести газ к своему дому, проверить прибор учета или на сообщение об аварии на трубопроводе будут реагировать в разы быстрее. «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром Газораспределение Чебоксары» подключились к программе мониторинга обращения граждан через Центр управления регионом Чувашии. Если раньше сообщения от жителей республики поступали сначала в ЦУР, потом их отправляли в региональный Минстрой, и только затем они доходили до газовиков, то сейчас цепочка сократилась. Обращения сразу отправляются адресатам. В ЦУРе отмечают, такая система не только позволит сократить время работы с обращениями, но и быстрее и эффективнее решать проблемы граждан. То есть, как только система зарегистрировала данное сообщение, буквально в течение 5-10 минут мы перенаправляем это сообщение в ответственный орган. В течение суток в любом случае проблема будет поставлена на контроль. Если получится проблему устранить сразу, значит, она будет устранена в течение суток. Если требуются какие-то дополнительные ресурсы, ну, здесь, конечно, по времени будет немножко попозднее, но в любом случае органы государственной власти будут знать о проблеме и будут обязательно заниматься ее решением. Отмечу, всего с начала года на тему голубого топлива в ЦУР поступило 70 обращений. Чаще всего вопросы задают в Чебоксарах и Канаше. В числе самых активных также Марпасадский и Ибресинский районы.